Всем привет, вы находитесь на канале FastGuer TV, и добро пожаловать в Ghost Runner. На этот раз полноценный релиз, мы на этот раз играем не в какую-то там демо-версию, не в первую, не в вторую, это полноценный релиз, и наконец-то мы сможем пройти эту игру полностью, потому что я очень долго ждал. Я давно такого не видел, это что-то новое, это что-то очень крутое и зрелищное, поэтому проходить будем полностью и с огромным удовольствием. Настройки графики у нас максимальное, единственное исключение, так, рейтрейсинг, пока что я его выключу. Посмотрим начальную ставку, начальную, там, что бы это ни было, если это внезапно не то, что было в демке. На всякий случай, потому что рейтрейсинг в демо-версии работал... Он не работал. Типа 3090 выдавало с рейтрейсингом там что-то 40 FPS, поэтому я как бы испытывать судьбу не буду. Либо они это починили, либо нет. Включу, когда уже дойдем до геймплея. Есть у меня мнение, что вряд ли, но посмотрим. Играть, новая игра, и... Наконец-то будет мясо, господи! You're alive. Can you hear me? They are already looking for you. Relax. Your implants are still adjusting to the software. I'm ну да, это вот. Prison. I can calibrate only your basic protocols from in here. It'll have to suffice for now. Это именно то, про что я говорил. Типа, пока что непонятно. И почему-то я не могу игру развернуть, вы только поэтому видите FPS в Shadowplay. Я в следующий раз выключу наверное. Ну, рейтрейсинг работает! Это уже с рейтрейсингом, он так и не выключился. Ей, они его починили! Так, все-таки надо это сделать. Я думал, что я не ставил, но... Фов 120. Во, это похоже на правду. Так, ну что ж, демо-версию перепроходим в очередной раз. I've rebooted your acceleration module. You should be able to squeeze through that turbine. You can use acceleration while in the air. Так, сейчас я вспомню управление, все хорошо. The trespasser is in the air ducts. Careful now. They'll be waiting for you. Initiating the sensory boost. Focus. Нажимаем Shift, вперед. Я прохожу это в третий раз, ребят. Круто, что рейтрейсинг починили, они же его починили. Я просто не вижу пока что, где он отрабатывает. Ну, освещение как-то меняется общее, наверное, но вот в плане отражений. Просто вот эта лужа, она как бы, ну, вообще ничего не показывает. Рейтрейсинг, он включен, да? Ну да, он включен, значит, они его все-таки сделали. Окей, хорошо. Я думал, эти лужи должны как-то отрабатывать получше. И не волнуйся, все под контролем. О, попал, смотри, он меня врасплох просто принял, я не ожидал такого. До свидания. До свидания. До свидания. Вы вообще понимаете, кто я такой? И что я с вами сделал? Блин, какая же она зрелищная. Locked
lockdown lifted. Go. Don't make a sound. Это кто тут что сказал? Кто это тут don't make a sound? А ну-ка сюда, давай. Так, а мне... Куда, да? Самый быстрый способ перемещаться в этой игре — это скольжение, прыжок. Офигеть, да? Они очень круто перенастроили рейтрейсинг. Типа настолько, что он не работал от слова совсем в демо-версии. Причем, ну, они как бы об этом говорили, да, вся фигня. И тут они его сделали так на релизе, что, типа, 144 фрейма просто. Это... Одобрительно. Вот, я так понимаю, что первые вот эти два уровня, ну, три уровня даже, они прям про то же самое. Ой-ой-ой, блин, Дисмембранмен здесь я не могу. Я не могу резать труп. Почему я не могу резать труп? Это было бы так круто. Самое интересное, у демо-версии уже есть педраны. Тут где-то, короче, можно выйти за текстуры. Ой, как идеально он прям. Ну что, естественно, интересно, нас будут ждать противники не только обычные вот эти вот с пистолетиками. Это как бы... Это просто обычные противники. Но насколько я видел по трейлерам, по каким-то скриншотам и кусочкам геймплея, мы будем стреляться даже с себе подобными. Я не уверен, насколько это именно мне подобные, насколько они там такие же быстрые и так далее, но... Это товарищи с мечами, с катаной. Free at last. Pleasure to meet you. Face to face, that is. Now, let's take a look inside. This may feel a little strange. Ну и сейчас нам снова расскажет сюжетный задел. Time to fix you up. You can talk here, by the way. Who are you? You can call me Architect. Who am I? You're a ghost runner. Number 74, to be precise. That will have to do for now. Your physical body is vulnerable. Time runs slower here, but we should still hurry. Just keep moving. I will take care of your recalibration. I remember a fight. Others like me. A fall. You've been cast down from Dharma City to the base district. It's a miracle to survive a fall like that. Even for someone like you. A ghost runner. Yes. You were bodyguards, peacekeepers, arbitrators. And anything else we needed you to be. You tried to stop the coup. There was a woman. The name is Mara, or the Keymaster, as she calls herself now. 20 years ago, she stood against me. It was you I was trying to save. You failed. I died. My body did anyway. Thanks to the precautions I had taken, I'm still here. Although this form has its limitations. Are you an AI? You could say that. You could also say Dharma Tower is a skyscraper. Technically correct. What is the tower then? Humanity's home. A megastructure that once housed a million. It had been under my care since its creation. Almost a century ago. I served the people, kept them safe, maintained the shelter I provided. But Mara had her own plan. She became the sole ruler of Dharma Tower.
ruining what I've built, bringing us back to the verge of extinction. Why can't this place be normal? Oh, it's perfectly normal. It's you that has become incompatible. The incompetent repairs you were subjected to made you divergent. You no longer function like a ghost runner is supposed to. But we'll change that. Who repaired me? That would be the Climbers. A group of rebels that tried to oppose Mara. Where are they? Dead, I'm afraid. They'd been killed before I managed to contact you. But there's no time to worry about them now. We're almost done here. Press on. Перелетел. Серьезно, перелетел. Офигеть, видишь, как оно бустит? То есть это... Я не знаю, это intentional они так сделали или нет, но вот control пробел — это прям очень, очень усиление. We both were, you and I. Who was she? Was? A dear friend. A trusted partner. Brilliant scientist. Who is she now, is the question you should be asking. And you wouldn't like the answer. No one among the people of Dharma Tower would. I need more answers. And you will get them. For now, trust me. The Keymaster is your enemy and a tyrant. Хозяйка ключей. Keymaster. Кстати, немножко спойлерят субтитры. Ну, местами, то есть, как бы сейчас-то мы уже знаем, что это, в принципе, она, но там можно момент подобрать, когда он уже говорит о ней, типа, в женском роде, а нам ее еще не показали. Ну, то есть, типа, в оригинале он говорит просто Keymaster. You'll have to relearn a few things and tweak your performance. But first, jump. We need to get back, and it's much quicker. Самый быстрый способ. Что ж, и вот теперь демка закончилась, мы это уже проходили. Это... Что такое? Так и должно быть? Это не какие-то... А, вы не видите курсор, ну не суть. Вот справа сверху два кругляшка. Найдены коллекционные предметы, артефакты. Что-то можно было найти? Окей, тут можно искать мечи, аудио, записи, артефакты. Я только сейчас об этом узнал. Буду повнимательней. Мне еще, кстати, мечи должны дать. Разукрашенные, суперкрасивые, там, градиентные всякие. За предзаказик. Так, новое улучшение. О, тут есть улучшение. Это панель калибровки подсистем Ghostrunner, или сокращенно ПКПБТ. Окно прокачки, да. Здесь можно настраивать навыки и параметры согласно своим потребностям. Панель калибровки. На ПКП есть ряд ячеек, в которые можно вставить модули усилений. Модули усиления. Каждый модуль усиления, размещенный на панели, повышает какую-то характеристику или улучшает навык. Вы можете размещать модули усиления на панели в любой конфигурации, их можно менять местами в любой момент, так что смело экспериментируйте. По мере улучшения вашей связи с кибербездной вы будете получать доступ к более продвинутым модулям, также будет увеличиваться количество ячеек на ПКП. Так, доп-заряд. Рывок получает еще один заряд, и как это работает? Ау! Так я сейчас вообще нихрен... А, вот у меня тут есть. Прикольно. Отбивание отражения. Снаряды, отраженные мечом, возвращаются стрелку. Требуется прицеливание. Контуры противников очерчены для лучшей видимости. Предметы, которые можно собрать, отображаются на радаре. Ну, я бы kinda бы да это взял. А я могу типа крутить, например? Нет? Ну, пока что я могу поставить что-то... Ну, не что-то одно. Нет, давай так, это мы уберем. Я хочу отбивание. А, я его и поставить... Нет, повернуть можно, вот. Отбивание, потому что это, ну, прикольно звучит даже, да? Изначально. И я все-таки могу, да, поставить чутье. Блин, гребаный тетрис. Они сделали прокачку в виде гребаного тетриса. Прикольно. Так, арсенал. Найденные расцветки. Во-первых, у нас тут есть... Так. А где? Или я их должен найти? Во-первых, это разные мечи, я так понимаю. Инг-янг. Нет, это расцветка. Это меч, это расцветка для меча. А это те, которые за предзаказ. А другие, которые за предзаказ, где идут? 35 артефактов, 7 аудиозаписей. Хрен пойми. Давайте останемся, наверное. Ну, это тот белый? Ну-ка, как он выглядит в игре? Так себе он выглядит в игре, если честно.
Давайте останемся со стандартным. Вообще тут должен быть такой супер офигенный градиентный, но у меня почему-то его сейчас нет. Странно. Ладно, не суть. Located in an old mining tower, we can use it to correct the corrupted parts of the code, and hopefully restore your more sophisticated functions. Hopefully. There's no guarantee the data will be intact, but we'll cross that bridge when we come to it. Даже есть мирные перебежки, это очень круто. Это, блин, это очень крутая игра, реально. Я вот, я не могу даже, наверное, сравнить ее с чем-то. То есть это какая-то прям супер, супер особенная игра. Очень круто ребят поработали, сделали что-то действительно интересное. Чего не хватает в последнее время, потому что, да, AAA, крутые проекты, но они все, типа, экшен, RPG, live action, stealth action. At the core of Dharma City. This means we'll need to get out of the base district. With the chaos the rebels caused, it's going to be troublesome. Проблемно, да? Не, забей. Для меня нет проблемы. Я пытаюсь понять, как коллектабл, который надо собирать, вообще могут даже выглядеть. How can you assist me? In combat, I'm afraid I can't. Cybervoid Remnant is the only medium I can interact with. I will be able to help you with your upgrades once we find the mainframe. Apart from that, just think of me as a voice in your head, one that you should listen to if you want to stay alive. Круто. Ну, у нас особо нет выбора. А, локации-то какие клевые. Я думаю, они будут разнообразные. Так, вот это похоже на ничего. У меня, готовьтесь к тому, что у меня будет основное количество смертей из-за того, что я падаю. Вот это я могу гарантировать. Здравствуйте. No one will answer this broadcast. Trust me, I keep track of any potential assets. And a single, desperate survivor is no asset. Это ты так думаешь? Только здесь на передовой я, некоторые вещи решать буду я. They may have located the mainframe. Can they use it? No. But they can destroy it, like they did to most of the Cybervoid hardware. Игра сохраняется, она почему-то немного микрофризит иногда. Please. Can anybody hear me? Anybody? This is Ghost Runner. The Ghost Runner? Jack? You're awake! Yes. How? We've been rebuilding you for months. We tried everything we could to wake you up, but you never would. It wasn't up to me. Это, видимо, надо ломать. Угу. Угу. Окей, хорошо, я думал, там либо просто пробежать. Видимо, ломать. А ты уже пошел. Ну почему ж ты не зацепился за стенку? Пошло что-то необычное. Так, ну-ка. Блин, я хочу отбить. Мне интересно, как это вообще работает, как это выглядит. Подожди, или отбивание работает? Так, секунду. А как это работает? Так, снаряд, отраженный мечом. Требуется... А, требуется прицеливание. Так это, блин... Это нам другой навык нужен, я пока что не могу. Я не могу пока что отбивать. Окей. Имело смысл прочитать повнимательней. Так.
Блин, а вы, ребят, противные, знаете? Я просто его ударил. Прикольно. What are you going to do? The fifth is still crawling with keys. Keys? Oh. The Keymaster Guard, bandits and thugs that Mara armed and sent against us. I'm going after her. After the Keymaster? Alone? That's insane. But if anyone can do it, it's definitely you. Ты с чего это так решила? Ну, хотя в смысле. Дебильный вопрос. Господи, как же это тактильно, офигенно, просто вот прожимать все эти кнопки. Yes. Good. I need to move to a safer location and hook up to the network. I'll contact you once I scrounge up some gear. Zoe out. Просто вот эти ощущения от ударов, от каждого убийства. Когда ты просто бьешь, слышишь этот звук, и ты даже, может быть, не видишь, но ты понимаешь, что там только что кого-то располовинило. Почему-то не всегда срабатывает, знаете что? У меня же должно вроде как, типа, замедление должно быть, а его как-то... Короче, не всегда происходит. А этот какой-то, блин, наводчик, нифига себе, тайминг поймать не могу. Так. А, я знал, что он меня убьет, я просто знал. Так, если отсюда начать... Ой, нет, что-то отсюда как-то так себе начинать. Ну, трудность, трудность, надо привыкнуть. Стоит почувствовать, просто я как-то думал, что я могу всегда shift прожимать с этим замедлением очень удобным. А как бы вообще нет, то есть выходить на них постоянно, когда особенно начинается бой, я не могу. Ну, я позволить себе этого не могу просто, потому что у меня не так быстро shift восстанавливается. Вот, типа как... Да. Надо просто бить. У меня на самом деле дальность удара не такая маленькая, как я думаю. Видишь, я вообще вон где убил. Меня очень хорошо притягивает. They fixed me. Barely. I'd been waiting for them to properly rebuild you, but Mara cut their time short. Why didn't you contact them? The climbers? To what purpose? The poor souls never stood a chance against Mara. Fixing you was the only thing they could help me with, and they were already on it. Это шифтом, наверное, облетать надо. Я как-то так тупо делаю. Так. Пробежаться? Пробежаться. Тут не везде очевидно, где можно бежать, а где нет. The mainframe we're after used to run all of the Sector 5's operations. That's where we are, in case you were wondering. Closing in on the server room. Hurry. Can't it be accessed remotely? We wouldn't be here if it could. Cyber Void has been fractured, broken into countless disconnected pieces. It's like puddles of water left over after the lake has been drained. Это стой!
Ох, вас тут двое. Все еще не вижу артефакты и не очень понимаю, как они могут выглядеть. Или отбил. Не понял. Типа вот всякие закоулочки. Какие-то углы. Не надо меня только выбрасывать, я тебя умоляю. Типа вот, да? Ничего не вижу. И правда, fuck me. Ну ладно. Обидно было. Зараза. Не самое удобное шифтом подлетать. Короче, сейчас объясню. Когда в воздухе есть замедление и можешь в сторону уйти, да. А вот в какой-то стандартной более ситуации тут как бы встают проблемы. Я понял. Так вот это делается, он даже сделать ничего не успеет. This place again. Ой. This place is where we'll find the means to fight our enemy. What do I do? It's in your instincts to navigate the cyber void. In most cases, you'll just have to focus on finding the right direction. I need you to start putting in some effort. Luckily, it should come to you naturally. You were born of machine as much as of flesh. After you're done with this particular jumble of code, you'll gain access to one of a Ghost Runner's most useful abilities. Look what these rebels did to your protocols. That's what happens when amateurs mess with perfection. А почему я не могу это подвинуть? А, или я не могу, подожди. А, все, я понял. Это типа головоломка, супер-мега-гениальная. Окей, это обратно. Сейчас вот это вот обратно. Прикинь, что я шифтом не могу здесь пользоваться. Сюда. А, теперь надо пододвинуть тройку. Так что она же остановится вот здесь, да? Она не остановится вот здесь. Почему она этого не сделает? Потому что можно остановить ее другой, другим вот этим блоком. Тут она дальше не поедет. И ну, головоломки, господи, в Гостраннере. То, чего я не ожидал. Окей. Excellent. Мне сюда? И это прицеливание, наверное, как раз вот. Что-то начальное. Скачок. Let me give you something to aim at. Это какой-то усиленный дэш? Visualize yourself in space. Be the motion. Get them all in a single strike. No, that's not the point. All at once. No, focus. Good. Прикольно. Take a breath. Picture your destination. Go. No, again. Я не пойму принцип, то есть я должен... Но он их не запоминает. Или мне надо... А, они, видимо, должны быть где-то примерно на линии, то есть... Вот так вот я могу сделать. Окей, все. Я думал, я могу выбрать. Вот, да. То есть, типа, вот они стоят вот так вот, и я делаю один удар. Угу. Ну, это могло быть гораздо круче. Это было бы, правда, имбово, если бы я мог просто, типа, выбрать цели и по ним дэшнуться. Это не меч? Видимо, прохождение испытания. Блин, ну окей. Это я просто в перспективе вижу, как это, наверное, используется больше неудобно, чем да. Так, новый навык. Скачок. Для использования особых способностей требуется концентрация. Она восстанавливается сама с течением времени. Также ее можно восполнить, убивая врагов.
Концентрация — это скорость пассивного восстановления концентрации. Она увеличивается пропорционально количеству свободных ячеек на панели. У меня плюс 125, но у меня, правда, не появилось новое восстановление. Этого сколько у меня сейчас? Так, что у нас есть? Дальность скачка увеличена. Скачок воздействует на значительно большую область. В течение короткого времени после применения скачок можно использовать еще раз. Меня пока что устраивает все, что у меня есть. Так, смотри, предметы, которые можно собрать, отмечаются на радаре, да? То есть, а радар это у меня справа. То есть пока что собирать было нечего. Почему? А, у меня... А, окей, все, концентрация, которая... Все, я понял. Я думал, концентрация и мой shift это одно и то же. Это не одно и то же. Забыли? Проблема с тем, что он не всегда притягивается. Окей, все, поехали. Концентрация — это не shift. Концентрация — это... Хрен там. Хе-хе. Вот я говорю, да, то есть на скорости, когда в меня все стреляют, и надо очень много думать о пространстве, уворачиваться и так далее, тому подобное. Тут надо скорее думать про... Ой. Ну, про какую-то... Про какие-то простые увороты, потому что так вот я, конечно, могу делать, но это... О, господи, тут третий. These are just bandits loyal to the Keymaster, used by her to keep the base under control. You can expect more competent foes as we move higher up the tower. Естественно, ты что думал? Я просто в итоге, ну, начинаю стоять на месте и пытаться прицелиться, а это не совсем то, что надо делать здесь. Вот и все. Так что не знаю. Разберемся, посмотрим. Как-то, может, это можно прокачать прям. Предметов на карте все еще не видно. Нет, смотри, я как-то все-таки могу это сделать. Я как-то каким-то образом дебильным я все-таки отражаю. А, и это работает не на всех дистанциях. Так не хочу рисковать, пипец. Это потому, что только что я как будто бы отразил. Так, здравствуйте. Офигенно, просто медали комнату, где я могу резать все. Вот, видели? То есть я просто как-то только что отразил, но я не то чтобы это контролировал. Это ни хрена не легко. И я опять это сделал. That's the last of them. Time to get back on track. Where to? Dharma City, of course. We'll need to use Amida Elevator Station. That's the fastest route by far. Господи, вы помните вообще, сколько лет назад мы были вот в этом месте, только с другой стороны, я не мог попасть на другую сторону. During Mara's coup, many of the facilities were damaged. Things have been in slow decline ever since. Nowadays, the area mostly serves as warehouses or gang hideouts, and a reminder of what Dharma used to be. Which is? Home. A safe haven for the survivors of the apocalypse. You built this whole place? I conceived it, designed it, and built it. I am the architect. Your optimization has improved, but it's far from perfect.
We'll need to make another stop before visiting the Keymaster. Вот тут что-то можно взять. Вот, это артефакт. Новый предмет, это меч. Это он? Его поставил? Прикольный. Не знаю, архитектор, что ты там рассказываешь про то, что я не настроен и так далее. Мы не нашли два артефакта, и я понял, как это будет работать. Окей, хорошо. Я буду смотреть на радар. Вообще, я не видел еще желтых точек. Скорее всего, просто не смотрел на радар именно. Но, знаешь, я чувствую себя препотрясающе. Я прям пылаю. Мне прям нравится. Но это тупо. Что, конечно, не подобрал. Ну, окей. Офигеть, смотри, сколько в течение короткого времени после применения скачок можно использовать еще раз. Смотри, сколько это кубов, офигеть. Это очень много, это очень дорого, вы че вообще? Мать твою, что это такое? Так, это да, ты перестаешь стрелять, окей. Я так и думал. Hello? Jack, can you hear me? Why Jack? Right. You wouldn't know. It's a code name we used for you during the repairs. Diego said you were all jacked up when he found you and it stuck. Do you mind if I call you that? No. The sword you left me. It's not mine. It took a lot of time and effort to track down a DR weapon. Cost us a fortune, too. Ах ты. Я еще один меч нашел, офигеть, я нахожу мечей. Страж. Мне вот этот нравится пока. Клевый. Так, сейчас мы тут. Ух ты! Умри, пожалуйста. Так, а главное сейчас не умереть обо что-то. Окей, артефакты и мечи, и в целом вот эта вот история с радаром, она работает не то чтобы на супер дальней дистанции. Будем это иметь в виду. Basically simplified versions of your own cortex interface. I'm gonna connect to your visual feed so I can guide you better. Can you grant me access? Done. And I'm in. Seeing the world from your perspective will make things much easier. Где-то там, с другой стороны. Там пока противников непонятно. Ну, мы туда дойдем, видимо. Пошел-то. Я убил его, кстати. Лошар. Так, это я возьму. Ё-моё! Это как раз, видимо, артефакт. Имплант Шикара 4. Прикольный. Блин, теперь я кайда хочу собрать все. Успеть! Да, я так и подумал. Надо было, кстати, использовать, наверное, рывок. Куда я? Меня мотает, шатает. Скачок, точнее. Опа! Так, давай-ка пойдем налево. Мало что можно поделать, когда оно симметрично, блин. Удивительно противные комнаты пошли. Ну как? Пошел челлендж, это вот чего не хватало. There is no law here anymore. Just the Keymaster's goons pushing everyone around and shouting orders. You didn't obey. Откройте глаза. You had visited the base often in the past. Towards the end of our time, this place became overrun with criminals. The Ghost Runners kept them at bay until Mara took over. Yeah.
откуда вы здесь взялись? Ух, твою ж мать. Нет, ты не будешь еще стрелять. These factories, everything they produce goes straight up to Dharma City. While the Keymaster and her lackeys live in luxury, we basers work our fingers to the bone our whole lives and don't see any of it. How do you survive? When I was little, we were given basic provisions, but each year we'd get less and less. If not for the black market, we would have all starved by now. The Keymaster keeps taking while giving nothing back. So you chose to fight? Not much of a choice, really. А куда? Your Dharma City hydroponic farms dwindles. Soon, even the upper levels will suffer. Mara can't feed everyone. Even if she wanted to. Some decided to fight back. My parents, their friends, Saul. They weren't afraid to speak up against Mara and remind us that things used to be different. The resistance started because some of us remembered the time before the Keymaster. The resistance started because some of us remembered the time before the Keymaster. Why this title? Supposedly, she wanted to unlock our chains, set us free. Yeah, right. Free from the architect. Probably. Strange. The keys are nearly gone. They're not regrouping at the usual location. They're just retreating. Returning to the city? Not returning. Leaving. Most of the keys are locals and never go up there. This is unusual. Своеобразная подача сюжета, но через диалоги, в принципе, нормально. Потихоньку раскрывают Мару. Ну, вообще, хотелось бы больше узнать про Джека. Называем ли мы теперь себя Джеком? Так, тут надо сейчас прям тайминг. Оп. Only because she has another way to stop us. What way? If I could read her mind, I would still be running things around here. Оу! Интересно. Так, сюда вообще бесполезно. Ну, не бесполезно, там надо перепрыгивать. Тут можно нормально сейчас... А ты умри. Тут вот не знаю, прям безопасности нет никакой. А, да, вообще тяжеляк. Вот это вот снять, да, и теперь уже работать. Блин, у нас еще три способности ждут, это круто, потому что рывок, конечно, своеобразный скачок. They're all heading towards Amida Station. Getting to the elevators is gonna be tricky. Wait. What? Some of their units just changed course. They're coming back. Not exactly. Give me a minute. Так, что мы там нашли? Давайте посмотрим жетон восхождения. Подобные медальоны использовали члены организации Восхождения, чтобы опознавать своих, не привлекая внимания. Многие годы они осторожно развивали сеть сопротивления, неуклонно набирая силу и вербуя все новых и новых сторонников. И ширялка. Ну, логично, что это самый популярный и единственный наркотик у жителей Низа. У него множество формул, так как поставщики соревнуются друг с другом в попытке добиться самого сильного воздействия при использовании самых дешевых ингредиентов и при этом не убить покупателя. Climbers were always out of their depth, even at full force. Why you believe she can be of help is beyond me. She wants to fight. It takes more than that to be useful. Jack, I've intercepted the Keys' orders. They're planning to shut down the sector's air filters. What will that do? Toxic dust from the outside will seep inside the tower. Thousands of innocent civilians will die. The entire fifth sector. Which way to the filters? Thank you. This is a mistake. You don't have time to worry about one sector's dwindling population.
You want them to die? You're missing the bigger picture here. Sometimes sacrifices are necessary for the greater good. Это тебе так кажется, дорогой. Развалина. Что ж, слушайте, ну офигенно, мы нашли все. Вот теперь я, видишь, когда я как только начал обращать внимание на карту, мы начали собирать все. Но артефакты — это небольшие такие штуковины, которые позволяют просто увидеть, ну, какой-то лор, немножко информации, получить о вселенной, что в целом тоже очень круто. Вот, но я думаю, что на этом мы пока что закончим, видимо, потому что очень круто. И о май fucking god, я понимаю, что это абсолютно не касается игры и все такое, но я просто хочу отметить, что Киберпанк перенесли на 10 декабря буквально только что. Мать моя женщина, как же это офигенно, потому что я сейчас рад, мы сможем спокойно посмотреть PS5 и все остальное. О май god. Что ж, это, не знаю, для меня это хорошие новости, чуваки, для меня это прям... шикарные новости, я рад, и... Это не касается Густрадера, ладно, мы поговорим об этом потом. На этом пока что все, давайте закончим эту серию, я выключу, да, этот счетчик FPS, чтобы он не мозолил вам глаза. Вот, ну и на этом пока что все, так что, если вам понравилось это видео, поставьте лайк, прокомментируйте и подпишитесь на канал, если вы еще не подписаны, а также нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Увидимся с вами в следующей серии, всем пока!